Бродячие собаки покусали мужчину на улице Глинки. Животные напали рядом с домом, когда местный житель вышел выбросить мусор. Местные отмечают, что это уже не первый случай. До этого удалось отбить девочку. При этом на ушах псов были бирки. То есть этих животных уже отлавливали и вернули на место обитания. О том, что на этой улице чипированные собаки нападают на людей, нам рассказывали местные жители еще в октябре. Тогда в тяжелом состоянии в больницу увезли 8-летнюю девочку. Свора бродячих собак напала на нее на территории школы. На помощь подоспели соседи.